Так, сегодня мы покажем вам. Забираем голову, да, и пару таких элементов, которые тоже можно применять с захватом руки и шеи противника, да. То есть вот мы забираем, вот уходим с линии, да, Забрали и отходя вот туда заходим, вот. Вот смотрите, ребят, вот здесь вот мы обычно что отрабатываем, зашли вот сюда, соединили захват. Сегодня этот противник, он уже знает, что мы там захват соединяем, и не выставляйте ногу, уходит туда. И встает на ту ногу. Вот мы забрали его. Вот я сюда захожу, а он уже там встал. Смотри, вот эта вот рука, вот эта вот рука, переход вот сюда, вот. Вот. Здесь, в принципе, тоже можно сделать движение на него и его сделать промокашку. Но захват такой никто не даст. Ну, вот, смотрите отсюда. И вот эта нога, вот, раз, раз. Забираем двумя руками, ну, и здесь идет атака, вот. В принципе, дальше, мы тоже стараемся сделать промокашку. Если он уходит на живот, то, естественно, мы с этой ногой продолжаем дальше работать. Вот. Например, здесь разные варианты есть, да? В том числе и через себя. Вот. Еще один момент. Бывает такая ситуация, что мы забираем его голову, а он, это нога у него оказалась впереди. Тогда мы делаем вот движение, вот. Снимаем его. Вот этим вот местом ключицы, смотри, мы, получается, что упираемся в его ключицы, и вот это вот атака вот, и сбиваем его. Стараемся эту ногу дальше выйти либо в это положение. А если у нас окажется кончик, то мы сразу закидываем здесь, вот, закидываем, и отсюда делаем скрестный. Но это уже немножко другой скрестный, это снаружи скрестный. Вот. Ну и еще раз для общего развития, да, вот мы взяли, зашли сюда, и он заново накрутился, скинули его туда, в другую сторону зашли, накатили, это щечка. Про это не забываем. Все.